«Лучший фермер». Я даже вижу эти заголовки в газетах. Ох, мечты, мечты. Эй, свищ, свищ, тебе долго еще чипсонами засыпать? Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там. Быстрее туда. Приветище. Сегодня мы с тобой будем фермерами. И пойдем, я тебе сразу кое-что покажу. Короче, все, что тебе нужно знать, это то, что на ферме воняет. Здесь у нас водятся овцы, они уже пострижены, у них голый зад, у них голые бочины, короче, они пострижены под панков. Вот. Если у тебя дома все-таки завоняло, запахло, то знай, это точно не из твоего рта, это от моей фермы. Сейчас мы с тобой поближе познакомимся с овцами, посмотри, какие у них выпученные глаза. Дядь, есть что? Дай чипсон. А ну давай, проваливай, горбатый, нет у нас ничего. Запомни, овцы у нас хитрые, так что давай поаккуратнее с ними, а то, может, еще и без денег останешься, как цыгане, честное слово. Здесь у нас смертельный урожай, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Ты только посмотри на его вид и как он воняет. Я один раз занюхнул и все. Впал в кому на 3 года. А это у нас Джордж Ослиная Морда. По нему, наверное, сразу заметно, что он здесь работает. Да, работать с такой травой очень опасно, потому что ты мутируешь и превращаешься в итоге вот в это, вот в осла. Глаза у него, видишь, на мокром месте, потому что трава настолько токсична, что мы ее перерабатываем и продаем в качестве топлива для ракет. Все, погнали дальше, продолжаем экскурсию. И это наша гордость. Сами вывели пруд бездонных уток. Корми чем угодно, сколько угодно, с ними ничего не станет. Но больше всего они любят чипсы и поглощают их просто тоннами. С ними, конечно, можно поплескаться, поиграть. Но у них бывают проблески, что все вокруг это чипсина, и они могут тебя просто сожрать. Как пираньи. Даже косточки не оставят. А это у нас Виктор. Он в детстве как-то сожрал пачку смертельного урожая. И теперь он думает, что он волшебник. Сейчас он любит ковыряться по мусоркам, как последний бомжар, и собирать различные баночки, там зелененькие, красненькие, голубенькие. Для него это какие-то там кристаллы, обладающие магическим свойством. Вот, так что если ты найдешь какие-нибудь разноцветные банки, то неси ему, он тебе за них что-нибудь подарит. А может и денег отвалит. Эй, дружище, а банки есть какие, а? То есть эти кристаллики, брюлики. Я, кстати, розоньки начал еще собирать. Наши божьи корова-коровки. Результат скрещивания божьей коровки и коровы. От божьей коровки здесь только усы на голове коровы. Это все, что мы смогли скрестить. Эта корова тоже имеет побочный эффект. Когда ты ее доишь, тебя настолько колбасит, что так сильно чешется нос, что тебе нужно об что-то потереться. Ну, в данном случае, естественно, об корову. Как чешется? Ой, хорошо. Мне позвонили, сказали, студентов привезли, нужно обучить фермерскому ремеслу. Ну что ж, пойдем обучим. Приветствую вас, студенты, на ферме дядюшки Бэкста. Сегодня мы будем с вами заниматься доением коров. Достаем свои бидоны. Бидоны, бидоны. Бежим к корове. Любую корову выбирайте, вот так садитесь. И мягонько начинайте дергать за вымя. Давайте, давайте, студенты, не халтурьте. С каждого по 10 бидонов молока. Что? Нет, это много. Да, это много слишком. Значит так, мне из цельдаги. Кто не хочет доить коров, идет убирать коровьи какахи. Не-не-не, сколько там бидонов надо было? 10, да? Кто лучший фермер? Бэкст лучший фермер. Международной звездой уровня Ева по фермерскому делу награждается. Эй, свищ-свищ. Тебя долго еще чипсонами засыпать? Блин, это снова ты. Мне сейчас такое причудилось. Итак, студенты, сегодняшний день наш будет посвящен нашим бездонным уткам. Просто засыпайте их кучей чипсов. Так, так, товарищи, слева в углу. А ну вышли из бассейна, а то вас нафиг сожрут. Эти утки очень опасны. Вот, можно я их хенами шандрахну? У меня есть идея получше. Налегай, студенты, налегай, третий лучший, этот конь должен блестеть. Мне кажется, он не будет блестеть, мы его сейчас протрем до дырок. Help me! Не перди, все будет в порядке, я так тысячу раз делал.
Значит, лошадь мы помыли, и теперь нужно ее накормить. А что ест лошадь? Траву. Сено. Конфеты. Морковку. Верно, конфеты им нежелательно, морковку они обожают, а сено не просто любят. Поэтому хватаем кусок сена и тащим в переработку. Смотрите, смотрите на Бэкста, он Халк. Сено надо кому, а? Мне дай. Давайте, давайте, работаем, не халтурим. Там кони, овцы, коровы есть хотят. Я что-то тоже проголодался. Ага, сено пожуй. Братство ножниц вновь объединилось, чтобы одолеть главного противника. Иго-го, иго-го, у меня коняшка есть. О, боже, уберите его кто-нибудь. Итак, братство ножниц, кто быстрее овец обстригает, тот быстрее домой и уйдет. Я быстрее всех буду. Чёрта с два, я буду первым. А я не первый, не второй, зато видос крутой. Ага, кто это у нас здесь халтурит? Овцу обрезать, не отходя от кассы. А вы чё, мы ничего. Да, это овца всё виновата. Ладно, хорош ны, дай-ка с вами тут пообрезаю её. Бекст, я нашел кристалл, пойдем покажу. Да не может быть. А ну пойдем глянем. За мной. Неужели Виктор был прав? А мы его все время сумасшедшим считали. Тебе нужно отгадать, в каком сундуке есть кристалл. Ну вот, и здесь азартные игры не довели до добра. Есть, я нашел его. Бежим дальше, я знаю, где остальные кристаллы. И отправились они в путешествие за кристаллами. А тот, кто соберет все кристаллы, обретет великую силу. Зеленый кристалл есть. Пошли дальше, остался еще один. Все кристаллы собраны, пошли быстрее к Виктору, обрадуем его. Виктор, у нас до тебя кое-что есть, смотри. О, нифига себе, кристаллы, настоящие. А я откуда знаю, ты же у нас спец по кристаллам, по брюликам этим. Короче, смотри, кидай все эти бриллианты ко мне в сундук. Если они настоящие, то получишь подарок. Похож на автомат в торговом комплексе. Кинь монетку и достань игрушку. Не достал, значит ты лошара. Не переживай, здесь 100% гарантирую тебе подарок. Давай, Бэкс, давай. Да, давай, мы после тебя вкинем. Ну ок, жму на кнопку сдать кристаллы. Жу. Все, смотри, что получил. Та-дам! Круто! Респект, уважуха. Кристалл обменял на рогатку. Просто чума. Леди и джентльмены, рады приветствовать вас на нашей ферме, где проходит сегодня гонка на газонокосилках. Всех участников, которые сегодня принимают участие, вы видите на своих экранах. Мам, передаю привет! Я в Ютубе! Всего в гонке приняло участие 6 гонщиков. Это на 2 гонщика больше, чем в прошлом году. Значит, будет эпичненько! На старт! Внимание, 5, поехали!
Вы только посмотрите, какая скорость. Гонка только началась, а у нас уже имеется лидер. Это Крызи Артём, второе и третье место делят между собой Костя и Лайкобос. Продолжаем наблюдать за этой накаленной гонкой. Первое место Крызи Артём, второе место Костя и третье Никола Прав. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте писать комментарии и подписываться на канал, кто еще не подписан. Всем пока, до нового видосика!